Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Жан-Батист Ван Мур или Ван Мур. Фламандский французский художник, известный своим подробным изображением жизни в Османской империи в эпоху тюльпанов и правления султана Ахмеда III. Ван Мур был уроженцем Валенсиена, фламандского городка, который на момент его рождения принадлежал испанским Нидерландам, но с 1678 года Франции. Изучил искусство в мастерской Жака Альбера Жирина, и его работы привлекли внимание аристократа и государственного деятеля того времени маркиза Шарля де Фериоля. Ван Мур сопровождал де Фериоля в Константинополь после назначения маркиза французским послом в 1699 году. Именно там де Фериоль поручил Ван Муру написать 100 картин маслом с изображением местных жителей. Я пользуюсь Википедией. После того, как де Фериоль вернулся во Францию в 1711 году, Ван Мур работал на множество других дипломатов в Османской империи. По мотивам портретов Ван Мура была создана серия из 100 гравюр, которая была опубликована издательством Ле Хей в 1714 году. Эта книга оказала большое влияние в Западной Европе и была опубликована по крайней мере на 5 языках, привела к росту признания Ван Мура как художника. Рисовать аудиенцию султана стало специальностью Ван Мура. Ему нужно было только изменить обстановку и несколько лиц. Ван Мур работал с помощниками, чтобы выполнить все свои обязательства. В 1725 ему был присвоен экстраординарный титул первого ординарца короля Леванта, знак признания важности как его самого, так и Леванта для французского правительства. В 1727 году голландский посол Корнелис Калкоен попросил Ван Мура запечатлеть на холсте его аудиенцию с султаном Ахмедом III. Ван Муру было разрешено входить в дворец во время этих церемоний в сопровождении посла и его свиты. Следовательно, он был знаком с особым протоколом, который преобладал при Османском дворе для приемов послов. Калкоен взял с собой много картин Ван Мура, когда его назначили послом Голландской республики в Дрездене. В своем завещании от 1762 года холостяк Калкоен поручил своему племяннику и наследнику Николасу сохранить коллекцию. И это было его прямое желание, чтобы они висели в комнате Амстердамской ратуши, отведенной для директоров восточной торговли. В настоящее время картины выставляются в коллекции Государственного музея Амстердама. Умер Ван Мур 22 января 1737 года в Стамбуле. Вот так вкратце о фламандско-французском художнике, известном своим подробным изображением жизни в Османской империи в эпоху тюльпанов и правления султана Ахмеда III, Жан-Батист Ван Мур, или просто Ван Мур. Пока-пока, до свидания.